Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы будем демонстрировать интеграцию Forcepoint CASB с on-premise Forcepoint DLP. Прежде чем начать демонстрацию этой интеграции, этой связки, мы рассмотрим буквально 1-2 слайда о Forcepoint CASB, и также я покажу схему инфраструктурную, как у меня настроен на данный момент on-premise Forcepoint DLP, и какие модули я использую, какие модули будут использоваться для связки данной. Итак, защитный брокер облачного доступа, так называемый CASB. Зачем он нужен? И для чего используется? Данный Cloud Access Security Broker необходим для того, чтобы защитить ваши облачные приложения от мошенников, от взлома в своем роде, от, по сути, сделать необходимую защиту, киберзащиту, для того, чтобы нельзя было как-нибудь проникнуть в данное приложение, и овладеть ним, в своем роде. Также данные решения могут анализировать контент, который вы там используете. Это, по сути, защита от предотвращения утечек данных. В данном видеоролике мы будем делать акцент именно на этом. То есть защита ваших конфиденциальных данных в разрезе DLP, Data Loss Prevention. На борту данного CASB уже есть свой DLP функционал, но он базовый идет. Для того, чтобы достичь максимального функционала, используется интеграция, которую я буду показывать в данном видеоролике. Данная интеграция, она даст максимальной эффективности от использования защиты в разрезе DLP. Наш защитный брокер, он может поддерживать более 7000 приложений. Из них такие, как Office 365 следует выделить, и GSuite. Это наиболее популярные приложения, которые используют наши заказчики. По функционалу CASB у нас достаточно такой комплексный подход к защите от киберугроз, по защите контроля обмена файлами, общий мониторинг, управление доступом, bring your own device, и также управление админскими обычными учетными записями. Но самое большое преимущество использования Forcepoint CASB — это DLP функционал, который идет доступный в его базе, и также доступность интеграции с наземным DLP. То, что мы будем в данном видеообзоре демонстрировать. Итак, теперь переходим в тему лабу. У меня есть такая инфраструктурная схема. Это Forcepoint DLP, on-premise, наземный Forcepoint DLP. Есть управляющий менеджер-сервер, с помощью которого мы подключаем все другие наши модули.
Помимо DLP-системы, у меня в данном, на данном стенде также есть подключение и к решениям прокси и антиспам, email, security, gateway. То есть, у Forcepoint есть три таких основных продукта on-premise. Это DLP-шка, это веб и email. Вот. И дополнительные продукты, такие как Forcepoint CASB, то есть они интегрируются с данными продуктами для достижения максимального функционала, который получает заказчик. Итак, я не буду углубляться в подробности интеграции самого продукта Forcepoint DLP, то есть это отдельная тема для разговора. Вот, и кому будет интересно, мы отдельно об этом поговорим, вот, либо сделаем пилотирование. Вот. Основная задача данного видеоролика — это показать вот эту работу, интеграцию с Forcepoint CASB. Вот. Итак, у нас есть наземный DLP. Вот, мы сейчас авторизируемся в данную систему. Вот, итак, у нас есть даже живые уже инциденты, которые постоянно обновляются в данной системе. Вот, и если я зайду в System Modules, у нас есть такой компонент, как Protector. Вот. И он имеет протокол ICAP. Вот. Такой унифицированный протокол, на самом деле, с помощью которого мы делаем интеграцию не только, например, там с прокси-серверами, вот, но также и на данный момент мы можем интегрировать с CASB по данному протоколу. Вот. На самом деле интеграции может быть несколько. Это с помощью модуля Protector, либо это с помощью отдельной лицензии, которая называется DLP for Cloud Apps. Вот. Но там есть ряд ограничений той лицензии. Вот. Это работа только через API. Вот. Хорошо. Мы будем демонстрировать работу по ICAP, который интегрируется с облаком. Теперь пока я вам покажу, как выглядит сама система CASB. То есть это учетная запись, которая находится по сути в облаке Forcepoint. Но здесь еще старый домен остался, skyfence.com, потому что компания создавалась изначально Cloud Access Security Broker как Skyfence. Вот. На данный момент она уже принадлежит Forcepoint. Вот, хорошо. И переходим к настройкам. Да, авторизируемся. Да. То есть у нас есть некоторые настройки данного решения. Вот, так называемые ассеты. Вот, мы можем эти ассеты создавать в разрезе наших приложений. Вот. На данный момент у меня есть три ассета. Вот, но основной из них я взял как Office 365. Вот. Я сделал коннект Office 365 учетки, который я зарегистрировался как триальная учетка уровня, по-моему, E5 либо E3, но это не важно, Office 365. Вот, и сконнектил Office 365 с CASB. Вот. Данный коннект осуществляется
через предоставление креденшалов, и этот коннект осуществляется через API. Вот. То есть у нас есть возможность коннекта к облачному приложению несколькими, скажем так, методами. Вот. Это API, это reverse proxy, вот, и это все-таки endpoint. Это все-таки endpoint. То есть инсталляция какого-то агента на рабочую станцию, либо на мобильное устройство. Вот. Самый функциональный из них и самый, в принципе, возможно, простой, это reverse proxy. Reverse proxy. Далее идет эта связка API. Вот, там, в принципе, ничего не надо менять у заказчика. Вот, это только коннект между сервисами через API связку, и все. Вот. Ну и третий момент — это endpoint. Там сложности в том, что необходимо инсталлировать программное обеспечение. Вот. Итак, возвращаемся к нашему Каспи. То есть у меня есть некий ассет Office 365. Вот. И я его связал и через API, и через reverse proxy. У меня есть такая запись, как app1 nfr26 kfans.com. Вот. Она ведет на логин Microsoft Online.com. Вот. То есть для того, чтобы у нас трафик анализировался, вот, необходимо заходить через адрес, который указан вот здесь. Вот. Это если вы хотите интеграции по reverse proxy. Вот. Если интеграция через API, то вам вообще ничего необходимо. То есть пользователи как захотели там через какой-то адрес, то есть они так и будут заходить. То есть весь анализ, весь анализ данного трафика, который на приложении, он будет идти через API. Вот. Хорошо. Далее идем. То есть ассет мы настроили. Далее идем в DLP. DLP мы настраиваем ICAP связку с наземным нашим DLP. Все. Вот. На этом этапе интеграция Каспи и наземного DLP у нас в принципе заканчивается. Технические подробности, как это делать, я не буду углубляться. То есть мы сейчас рассматриваем такую возможность вообще этой интеграции, вот, и зачем она нужна. Вот. И далее мы авторизируемся. Вот, например, по вот этой ссылке я ее скопирую. Вот. Да. И у меня пошел сразу же заход на Office 365. Я уже авторизирован в системе, поэтому у меня уже не спрашивает еще раз авторизироваться. Вот. Дальше. Политики на Forcepoint Каспи у нас строятся в некотором таком конструкторе. Вот. Custom Policy Editor. Вот. Здесь тоже делается несколько политик этой связки интеграции с наземным DLP для того, чтобы мы передавали трафик на наземную DLP для анализа. На самом деле это одна политика, вот, с помощью которой мы переводим весь трафик, который анализируется здесь, на ICAP Connect. Вот и все. Помимо этого, я создал еще
несколько политик, которые контролируют, например, sharing control, то есть также логин, personal account access, то есть можно авторизироваться пользователям только из домена, который я указал. Если будет другой домен, то система просто-напросто не авторизирует пользователя, и заход будет невозможен. Вот. И в принципе можно продемонстрировать. У меня есть ряд политик уже на наземной DLP, какие данные мы будем перехватывать. Вот, то есть это, как пример, это кредитные карточки, это пример резюме, вот, это конфиденциальный файл, вот, и это ключевые слова. То есть если мы вернемся на DLP-шку, вот, зайдем в Manage Policy, у меня достаточно здесь много политик, которые используются в демо лабе, вот, но мы будем здесь использовать вот это keyword, которое содержит собственно эту же ключевую фразу keyword и fingerprint. Вот. Fingerprint, то есть здесь содержится документ, с помощью которого мы блокируем нашу утечку по конфиденциальному файлу. Вот. Хорошо, теперь возвращаемся да, ну и например здесь мы видим, что я загружал документы, тот же OneDrive. Да, это как пример. Как пример. Вот. Да. И мы сейчас попытаемся их закачать. Да. Далее CV-шку, например. Документ. Что-то это не тот файл. Давайте посмотрим, что произошло у нас в DLP-шке наземной. То есть самое главное нам увидеть, что файлы отправились на наземную DLP, они там проанализировались, и если они совпадают с политиками, которые на наземной DLP-шке, они должны быть заблокированы. Так. Ну вот у нас есть ряд файлов, которые отобразились у нас здесь. Вот. Это канал HTTP. Вот. Почему HTTP? Потому что это работает через ICAP. ICAP связку. Вот. Но следует понимать, что эта ICAP связка, она делается посредством SSL. То есть это достаточно все секьюрно передается на наземную DLP. То есть здесь опасений никаких не должно быть. Вот. Помимо этого, у нас сохраняются форенсики. Вот. То есть форенсик — это теневая копия, с помощью которого мы можем просмотреть, а по какому же контенту у нас словилось то или иное, сработало правило и по какому контенту. Вот.
То есть то же самое там при кредитные карточки, здесь отображаются, что поймалось, в каких количествах, вот, и так далее. Вот. Ну, еще может быть интересно само. Где тут? Тут уже сам endpoint. У меня еще подключен параллельно endpoint, уже нагенерил несколько. Ну, вот само ключевое слово еще, да, словилось как вариант. Вот. И цифровой слепок. Это пример договора, вот, который там совпал, например, на 100% точности. Вот. Дальше мы не будем углубляться там, в подробности, как мы эти правила делали и так далее. То есть это, если будет интересно, мы отдельно будем рассматривать. Вот, потому что требования у каждого заказчика разные. Вот, но хочу также показать, как со стороны КАЗБИ выглядят эти логи. Вот. Customer Policy Editor. Вот. И здесь у нас есть Activity. Да, Audit Log. Да. Вот. То есть дополнительно к наземным логам, наземной DLP-шке логам, у нас есть еще логи, которые генерит сам КАЗБИ. Сам КАЗБИ. То есть мы здесь можем увидеть то есть, сами логи. Вот, то есть, допустим, мой пользователь по ассету Office 65 делал download. Вот там по рулу DLP on-premises и был заблокирован. CV-шка. Да, качал. Там, либо кредитные карточки. Да. И по сути есть вся информация о данной транзакции. File type ее. Вот. И с какого десктопа, с какого IP-шника была осуществлена этот экшен. Вот. Хотел также сказать, что мы контролируем более 1000 экшенов, которые находятся в облачном приложении. Это даже больше, чем мы контролируем на наземном DLP. Вот. Почему? Потому что все вот эти в облачном приложении все операции, которые мы делаем, можем делать с файлом, там это view, download, modify, просто save, send и так далее. То есть там этих экшенов может быть очень много, очень много. И мы все эти экшены можем контролировать. То есть если мы вернемся в Custom Policy Editor, Custom Policy Editor. Вот. Для понимания, что мы можем контролировать, ну вот, например, да, вот это Edit нажмем. Так, Edit. Вот. То есть, какие у нас экшены есть? Есть Activate, есть Add, есть Assign, Block, Cancel, Close, Copy, Create, Deactivate, Delete. Вот, то есть, и так далее. То есть, их достаточно очень много. Login, Logout, Modify, Reboot, Reopen, Restore. На самом деле, вот мне даже функционал облачного КАЗБИ больше нравится, чем того же наземного DLP. Потому что в наземном DLP там, по сути, три экшена. То есть это permit, блок, вот, и карантин в некоторых случаях. Ну, есть еще confirm, да. Все. 3-4 экшена и все. И по сути ни шаг влево, ни шаг вправо. Здесь это более гибко. Вот. И более гибко в разрезе самого приложения. Вот. Это достаточно большой плюс. Вот.
Хорошо. То есть, что мы имеем? Да, у нас есть ряд преимуществ, вот, которые мы получаем при использовании CASBY. Вот, то есть основное номер один преимущество — это, конечно же, предотвращение утечек данных. Вот. Либо своим функционалом, который уже есть на борту, либо интеграцией DLP-шки. Вот. Далее это action, это действие. То есть их очень много. Я продемонстрировал часть из них. Вот. Например, это может быть send, modify, save, create. Это может быть download, это может быть upload, вот, и так далее. Все зависит от приложения, которого вы используете. Мы можем контролировать абсолютно любые действия, вот, которые доступны по тому же API, либо через reverse proxy, либо через endpoint инсталляцию. Контроль более 7000 приложений, которые следует из которых выделить, это Office 365 и G Suite. Защита от киберугроз, то есть исследование трафика, доступа, аномалий. Вот. Блокировка подозрительных IP с плохой репутацией. Да. Предотвращение данных с неуправляемых устройств, то есть мобильных, например. Вот. Это оценка риска. Это управление администратором, доступа. Их. Снижение риска в реальном времени, то есть это двухфакторная аутентификация, если используется, и там поступает с каких-то нестандартных местоположений, то есть это тоже все анализируется с локацией, например, вот, и так далее. Это загрузка, ну, по сути, это action отдельно, вот, данных. Это комплексный мониторинг активности пользователей, поведение, аномалий. И это, конечно, сравнительные характеристики имеются в самом приложении по стандарту, такому как PCI DSS, HIPAA, ISO и другие. Вот. На этом я бы хотел остановиться. Вот, то есть, и если вас заинтересовала данная интеграция и данный функционал, который уже доступен, вот, и вы можете уже его протестировать, попробовать при необходимости. Вот, и его не обязательно интегрировать с наземным DLP, вот, и так далее. То есть вы можете его использовать по отдельности. Вот, и мы получаем, вот, защиту комплексную вашего приложения облачного, которое вы используете на данный момент. Вот. У нас их, напоминаю, более 7000. Хорошо, коллеги, спасибо за внимание. Вот, если было интересно, обращайтесь, сделаем более такую детальную презентацию, демонстрацию данного продукта с последующими пилотом уже на вашей инфраструктуре. Спасибо за внимание.